Приветствую, дорогой зритель. Сегодня мы послушаем исполнителя, которого порекомендовали у нас в комментариях. Это исполнитель из Китая Шао Шен. Надеюсь, правильно его назвал. Если неправильно, извиняюсь. Песня называется «Baby, до свидания». И давайте послушаем, заценим. Опять же, я взял лайв-выступление из китайского шоу, вот, которого мы уже видели у исполнителя Хуа Чинюй. Давайте... Не будем долго говорить и приступим. Очень нежный голос, сильный, и видно, что человек занимается оперой. Круто, и у него такой в этой песне очень такой более женский мотив. Это очень круто, не все у нас исполняют так эту песню. Это молодец, удивил. Крутой переход. Это чао-чао, да? Первый раз слышу такой переход. Интересно, это именно этот исполнитель придумал вот так вот сделать или уже было? Просто я не сильно увлекаюсь более такими песнями. Это очень-очень круто звучит. Круто. Чего жалко,
Молодец. Молодец. Что хочу сказать? Понятно, что у него задатки оперы. Это сразу видно, он профессионально занимается оперой, это 100%. Опять же, я не увлекаюсь такой музыкой, но мне очень понравились вот эти вот переходы. Очень понравилась наша народная в его исполнении, потому что, и, опять же, как я говорил, у нас редко встретишь, кто лучше исполнит, чем исполнитель Шваг Шен. Вот. Такой получился перформанс. Мне очень понравилось. Мне понравилось именно ушам моим, потому что я как бы не сильно профессиональный в музыкальной части. Я как слушатель и реакции делаю как именно слушатель. Так что мы обязательно послушаем этого исполнителя еще несколько раз, и может быть и не несколько, нет. Не несколько раз. Я опять же говорю, что мне очень нравятся исполнители зарубежные, которые соединяют разные стили. Тут была русская народная опера, была итальянская музыка такая. Круто. Вы знаете, что очень многие у нас Италию очень любят, особенно поколение, которое старше. Они прям Италию обожают, особенно 80-е, 90-е, 70-е, 60-е года ретро. У нас всегда итальянцы, когда приезжают, ретро-фестивали устраивают, очень много людей слушают их. Вот, вот поэтому Италию тоже очень-очень любят. Молодец. Что еще сказать? Молодец. Я сегодня сказал 3 раза круто, да? Надо и больше сказать. Обязательно будем его слушать. Напишите в комментариях еще какие-нибудь исполнения, его ссылочки, потому что тяжеловато находить именно китайские исполнения, вот, и это очень тяжело, особенно на Ютубе, вот так вот. И не забывайте, если вам все понравилось, лайк, подписка и комментарий. Увидимся на канале. До скорого.